Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Неделю назад при разборе нашей почты мы обещали ответить на вопросы нашего слушателя из Эстонии, Адольфа Гамзикова. Он написал, что получает духовную пищу, изучая Библию по книгам свидетелей Иеговы и адвентистов седьмого дня. В связи с этим он спрашивает, где я могу пройти обряд крещения с учетом изложенного в письме. Ссылаясь на то, что апостол Павел в послании к Ефесиным в 4 главе в 6 стихе говорит «Один Господь, одна вера, одно крещение», наш радиослушатель пишет, что он решил идти путем заповедей и уставов Господа, не причисляя себя ни к одному из вероучений. «Хочу быть просто христианином, без названия, неважно, православный, баптист, свидетель Иеговы или как-то еще». Уважаемый Адольф, это хорошее желание быть христианином, но только вряд ли к христианам можно причислить всех, кто рассуждает о Библии и Боге. В конце литургии православный священник, как правило, провозглашает «Иисус Христос есть истинный Бог наш». Спросите пресвитера Баптистской церкви, кто такой Иисус Христос, и он ответит вам, что это Бог, истинный Бог, принявший человеческую плоть для спасения всего человечества от грехов. А спросите любого, даже самого начинающего иеговиста, кто такой Христос, и он обязательно ответит: Сын Божий, один из многих сыновей Божьих, сотворенный первым. Из наших изучений Книги Исход мы знаем, что под именем Иегова Бог открылся евреям, которых вывел из Египта. Он дал им закон, небесный закон, с очень высокими стандартами, выполнить которые человек не может при всем своем желании. Слово Божье говорит, что делами закона не оправдается пред Ним, то есть пред Богом, никакая плоть. Поэтому Бог разрешил согрешившему, то есть нарушившему закон и через то подлежащему смерти человеку, приносить в жертву вместо себя животное. Весь этот ритуал мог иметь место только в Иерусалимском храме. Храм уже две тысячи лет как разрушен, и, следовательно, нет никакой возможности оправдаться пред Богом и Иеговой. Бог открылся нам в Иисусе Христе. Иисус вместо нас выполнил весь закон до последней точки. И поскольку мы сами не можем выполнить закон и поэтому подлежим смерти, то Он умер вместо нас. Наказание, которое должно было постигнуть нас, постигло Его, он стал этим самым чистым и безгрешным агнцем, принесенным в жертву за наши грехи. Теперь любой человек может прийти к Нему по вере, и только поверив в факт распятия и воскресения Иисуса Христа, получить прощение грехов и вечную жизнь. Склонитесь перед именем Иисуса Христа, исповедайте Ему ваши грехи, Он простит вас, непременно простит и даст вам спасение и вечную жизнь». А уже после этого у вас не будет сомнений, где принимать крещение. Теперь давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем о том, как людям были даны 10 заповедей. 10 заповедей – это своего рода моральный кодекс еврейского народа. Они были первой частью закона, полученного Израилем от Бога. Часто раздаются обвинения против тех, кто проповедует Божью благодать. Нас обвиняют в том, что мы якобы недостаточно хорошо понимаем значение и важность закона Божия. Люди заявляют, что мы презираем и отрицаем его, и вообще учим тому, что закон можно безнаказанно и как угодно нарушать и попирать, только потому, что мы проповедуем спасение благодатью, а не законом. Это совершенно неверно. Любой проповедник, который возвещает Божью благодать и знает об истинной природе спасения верой, осознает высший смысл закона. Ответ на эти обвинения дает апостол Павел в первом и втором стихах шестой главы послания к римлянам. Он пишет. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Друзья мои, если вы считаете, что вы можете жить в грехе и как угодно нарушать десять заповедей, то это значит только одно – вы не спасены Божьей благодатью. Если же вы истинно спасены, то вы хотите быть угодными Богу, и вы хотите выполнять Его волю, которая выражена в десяти заповедях. Поэтому я считаю, что каждый, проповедующий благодать Божию, испытывает уважение и благоговение перед законом Божьим. В 118-м псалме сказано «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Так что же такое закон? Кто-то определил его как изложение мыслей Бога. Определение это несовершенно. Закон – это выражение мыслей и намерений Бога о том, каким должен быть человек. В законе нет ни благодати, ни милости. Закон – это выражение святой воли Бога. Восьмой стих восемнадцатого псалма говорит «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых». Закон требует от вас совершенства. Я никогда не встречал человека, который соответствовал бы требованиям Бога. Закон – это не какое-то расплывчатое и неопределенное понятие, и он не имеет никакого отношения к добрым намерениям. Закон Господа требует абсолютного повиновения, ибо он совершен. Закон Господа справедлив – Наши представления о добре и зле, об истине и лжи всегда определяются тем, кто и что нас окружает, а также нашей падшей природой. А закон ⁇ есть откровение Бога, который обозначил четкую границу между добром и злом. Как узнать, что есть добро? Об этом говорит нам Бог. Нынешнее молодое поколение, которое жаждет свободы, подвергает сомнению существующие понятия добра и правоты. «Почему воровать это плохо?» – спрашивают некоторые. Против воровства они ничего не имеют, но заповедь «не убивая» им очень нравится, потому что, на их взгляд, государство совершает преступление, когда применяет высшую меру наказания к преступникам, как они непоследовательны. Они совершенно не знают закона Божия. Почему же воровать или, скажем, лгать – это плохо? Да потому что так говорит Бог. Можно, конечно, сказать, что это хорошо для всех людей. Да, действительно, закон был бы чудесен, если бы человек мог его соблюдать. Человек, однако, не соблюдает закон и свидетельство тому – Тюрьмы, запоры на дверях, необходимость заполнять и подписывать десятки всяких бумаг, прежде чем вы получите кредит в банке. Да, были времена, когда достаточно было одного слова, и само это слово было лучше гарантией. Но эти времена прошли. Закон стал нормой человеческого поведения. Воровство, ложь и прелюбодеяние есть зло потому что так сказал Бог. Закон никогда не действует сам по себе. Законодатель должен иметь власть и силу, и Бог приводит свои законы в действие с невероятной силой. Возьмем, например, закон всемирного тяготения. Вы можете подняться так высоко, как только сможете или пожелаете. Но нужно быть осторожным и не забывать, что закон всемирного тяготения не отменить. Опускаться вниз рано или поздно все равно придется. Многие уверены, что они могут постоянно нарушать 10 заповедей, и им ничего не будет. Тут мне вспоминается анекдот о человеке, который прыгнул с крыши Empire State Building в Нью-Йорке. Когда он пролетал мимо 50 этажа, из окна выглянул другой человек и спросил его Эй, ну как дела? На что тот ответил Да пока все нормально. Закон всемирного тяготения еще не дала себе по-настоящему знать. Еще пятьдесят этажей полета, и этот падающий человек убедится, что ничего хорошего его не ждет. Интересно, что закон если это действительно настоящий закон, должен выполняться и иметь средства, с помощью которых люди заставляют его выполнять. По этому поводу Бог сказал в четвертом стихе 18 главы книги пророка Иезекииля. «Душа согрешающая, та умрет». Закон следует соблюдать. Те же, кто его нарушает, должны нести наказание. Здесь необходимо упомянуть еще об одном заблуждении. Иногда законы благодать путают и помещают в одну систему координат, ставя на одну доску. Поступать так значит лишать закон его величия и значения. В законе нет ни любви, ни благодати. А благодать, в свою очередь, лишается своей доброты и славы, когда ее отождествляют с законом. Она теряет свой чудесный характер, привлекательность и желанность. Отождествление закона и благодати никак не помогает грешникам. Закон провозглашает то, каким должен быть человек. Благодать же провозглашает то, каков Бог величие закона необходимо признавать. Закон показывает, кто такой Бог. Закон обнажает ту зияющую пропасть, что лежит между Богом и человеком. В 21 стихе 4 главы послания к Галатам апостол Павел задает вопрос. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Да, закон нужно очень внимательно слушать, потому что когда человека взвешивают на весах десяти заповедей, обнаруживается, что ему очень многого не хватает. Нельзя сравнивать себя с другими людьми и заявлять, что вы, дескать, лучше. Всегда найдется человек, который лучше вас, равно, как всегда найдется кто-то хуже вас. Главное то, что вы никак не соответствуете требованиям Бога. Закон также показывает истинное место человека. Закон открывает человеку неспособность преодолеть пропасть, отделяющую его от Бога. 19 стих 3 главы послания к римлянам говорит, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. А в третьем стихе восьмой главы послания к римлянам апостол Павел пишет. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Вина и грех заключены не в законе, а в нас с вами. Закон ⁇ это, как мы уже говорили, зеркало, в котором отражается человек в своем греховном состоянии. Многие, однако, смотрятся в это зеркало и считают, что они выглядят прекрасно. Вспомните знаменитую сказку, в которой героиня спрашивала свое зеркало. Свет мой, зеркальца, скажи, кто на свете всех милее? Она, естественно, ожидала, что зеркало скажет ей, что милее всех она. Но зеркало говорило ей правду, а правда состояла в том, что прекрасней был кто-то другой. И сколь поразительно то, что сегодня очень многие смотрят в зеркало, то есть на десять заповедей Слове Божьем, и спрашивают то же самое. «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Причем они даже не ожидают ответа от зеркальца, а отвечают сами. «Милее всех я сам». Другими словами, они уверены, что соблюдают закон. Друзья мои, вы должны пристальнее смотреть в свое зеркало и внимательно слушать его, а не свой собственный ответ. Не закон сделал человека грешником, Закон лишь показал, что человек грешен. Как мы видели, закон был дан, чтобы привести человека ко Христу. Он должен был стать нашим детоводителем, взять нас за руку, привести нас ко Христу и сказать, «Тебе нужен Спаситель, потому что ты согрешил». А теперь давайте, наконец, обратимся к библейскому тексту, повествующему о десяти заповедях. Десять заповедей состоят из двух больших частей. В одной говорится об отношении человека с Богом, в другой – об отношениях человека с другими людьми. Прочтем первый и второй стихи 20 главы книги Исход. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В первых стихах 20 главы Бог напоминает, что Он вывел израильтян из Египта, из дома рабства, и на этом основании Он намерен дать им свой закон. Прочтем теперь третий стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В этой заповеди Бог осуждает многобожие или политеизм, веру во многих богов. Против атеизма нет ни одной заповеди, потому что в те времена люди были еще слишком близки к сотворению мира и к откровению Бога. Атеисты стали появляться во времена правления царя Давида. Их тогда прозвали безумцами. В первом стихе 52-го Псалма говорится, ⁇ сказал безумец в сердце своем ⁇ Нет Бога ⁇ а сегодня атеист может стать профессором колледжа, его могут считать большим интеллектуалом, но Бог говорит, что атеисты – безумцы. Сегодня так много атеистов, потому что мы уже далеки от сотворения мира, и люди не хотят более принимать откровения Божие, записанное в Библии. Бог сказал Израилю – «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Бог дал народу Израилеву такое указание, потому что в то время человеку было очень трудно удержать равновесие и не начать поклоняться множеству богов. Сегодня, однако, модно не поклоняться вообще никакому богу. Какие перемены все-таки произошли в истории? но остается незыблемым факт, обозначенный в этом стихе. Бог осуждает политеизм. Апостол Павел рассуждает на ту же тему в стихах с 21 по 25 первой главы послания к римлянам. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Прочтем теперь четвертый и пятый стихи. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им, и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Некоторые могут подумать, что эти стихи к нам сегодня не относятся. Однако пятый стих третьей главы послания к Колосинам говорит «Любостяжание есть идолослужение». Все, чем вы занимаетесь, особенно если вы всецело себя этому отдаете, становится вашим Богом. Многие люди, например, не поклоняются Вакху, старому греческому и римскому богу виноделия и пьянства, но они, тем не менее, поклоняются бутылке. Сегодня в нашей стране живут миллионы алкоголиков, Компании, которые производят спиртные напитки, в рассказывают, какие огромные налоги они платят, тогда как на самом деле они не платят ничего за тот вред, который наносят своей продукции. Все это всего-навсего пропаганда и промывание мозгов, и люди поклоняются ложному божеству, вакху, хотя они, может быть, этого совсем не признают. Другие поклоняются Афродите, богине любви. Третьи поклоняются деньгам. Все, чему вы отдаете свое время, сердце и душу, становится вашим Богом. А Бог говорит, что мы не должны иметь богов пред лицом Его. Прочтем седьмой стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Произносить имя Господа напрасно ⁇ это то же самое, что богохульствовать. Сегодня этот грех особенно распространен, но эта заповедь осталась, и никто ее не менял. Произносить имя Бога напрасно ⁇ это богохульство, потому что Он Бог, и Он свят. А еще такое поведение говорит о бедном словарном запасе. Многие люди не могут выразить свои мысли, не выругавшись. Один человек, который пришел к Богу несколько лет назад в Техасе, рассказывал мне. Когда я покаялся, я не мог произносить больше половины всех слов, какие знал, Прочтем теперь четвертую заповедь, стихи с восьмого по одиннадцатый. «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — в суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. День субботний был дан народу Израилеву очень необычно. Это был обед, знак связи между Богом и народом Израилевым. О нем мы подробнее узнаем в стихах с 13 по 17 и 31 главы книги Исход. Сам день недели, на мой взгляд, не так важен. В конце концов, из-за всех изменений, которые люди вносили в исчисление дат, сейчас невозможно сказать точно, является ли суббота по нынешнему календарю седьмым днем или нет. Мне кажется, что нет. Но не в этом дело потому что совсем не важно, какой именно день мы празднуем как субботу. Мы соблюдаем день, который называем воскресеньем, хотя на самом деле для нас важно в первую очередь то, что именно в этот день наш Господь воскрес из мертвых. Но эту тему мы еще обсудим, читая книгу «Исход». А сейчас мы переходим к той части заповедей, в которой говорится об отношениях человека с другими людьми. Эти отношения начинаются в семье. Прочтем 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Отец и мать должны быть в почтении у своих детей – мы поговорим об этой заповеди позже. Прочтем шестую заповедь, тринадцатый стих. Не убивай. Этот стих используют люди, которые выступают против войны. Я разговаривал о нем со многими молодыми людьми, и они заявляют, не убивай значит, что ты не должен быть солдатом. Но заповедь не убивай была дана не народу а отдельному человеку. Человек не должен убивать других людей. Никто не может сам идти в другую страну и убивать жителей этой страны. На мой взгляд, заповедь «Не убивай» не имеет никакого отношения к военной службе или к казни преступников. «Не убивай» – это заповедь для отдельного человека – и в ней говорится об убийстве, которое совершается в гневе. Ведь мы не должны даже сердиться на своих близких. А вот седьмая заповедь, которая содержится в четырнадцатом стихе – «Не прелюбодействуй». Мы с вами живем в разгар сексуальной революции. В самом сексе нет ничего нового, и он по-прежнему остается прелюбодеянием если совершается вне брачных уз. Бог ясно об этом говорит, хотя некоторые считают, что людям удалось отменить эту заповедь. Это не так. В пятнадцатом стихе содержится восьмая заповедь «Не кради». Здесь я хотел бы заметить, что если вам позволено прелюбодействовать, то тогда вам позволено и красть, и убивать, и так далее. Все это неразрывно связано. Если можно заниматься одним, то значит можно заниматься и всем остальным. И наоборот, если одно зло, то зло и все остальное. И вот девятая заповедь в шестнадцатом стихе. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Проще говоря, человек не должен лгать. И десятая заповедь в семнадцатом стихе «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Любостяжание, как сказал апостол Павел в пятом стихе третьей главы послания к Колосинам, есть идолослужение. Это тоже один из величайших грехов нашего времени. Таким образом, Бог осуждает убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и стяжательство. Мы продолжим разговор о десяти заповедях и о законе в следующей передаче. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора Магги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями Юность и Маяк. Поэтому лекции доктора Маги по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции ⁇ Юность ⁇ Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на ⁇ Юности ⁇ в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио Маяк. Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.